щенок Тявка и утенок Крячик смотрели, как на землю падают снежинки и ёжились от мороза. «Холодно!» — сказал Тявка. «Летом, конечно, теплей», — сказал утенок. «А ты хочешь, чтобы сейчас лето наступило?» «Сейчас? Сразу?» «Конечно!» «Хочу, но так не бывает!» Щенок достал разноцветные карандаши. Через пару минут он показал продрогшему Крячику рисунок. Щенок Тявка нарисовал картину. На листке виднелась зеленая трава, и всюду светились ромашки. А солнце выглядывало из-за угла. «Это ты хорошо придумал!» — похвалил утенок Тявку. «Я никогда еще не видел ромашек в январе!» Щенок и утенок сидели и смотрели на рисунок. И были они где-то очень-очень далеко. И было им всем очень тепло.